третий этап второго сезона «Битвы корпораций». Два этапа у нас первых. Это был гольф и мини-футбол. Мы играли на свежем воздухе, естественно. И сейчас мы поближе к зиме перебрались уже в залы. У нас играет 18 команд на этом этапе. Мы их поделили на группы. Первый день мы играли групповой раунд. И на второй день, на воскресенье, у нас осталось 8 команд, 8 лучших команд, которые играли четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Сегодня все закончится, это второй день. Сейчас полуфиналы проходят и потом финал. В прошлом году проиграли в 1-8, поэтому мы больше тренировались, мы готовились уже. Поэтому в этом году чуть лучше. У нас поменялось, ну, полкоманды поменялось. Мы еще раз отобрали, перебрали, и у нас добавилось еще несколько игроков новых пришло на предприятие. Пару человек, которые играют в волейбол. Поэтому то есть, тут чуть лучше, чуть лучше. Второй год принимаем участие. В прошлом месяце мы заняли второе место. Нас это вдохновило на участие в этом сезоне. В этом сезоне хотим побороться за первое, естественно. И вот сейчас первый шаг к этому сделали. Вышли в финал на данный момент. Мы долго тренировались до этого, упорно. И вот пока результаты радуют. Честно говоря, вчера было больше так лайтовая, скажем, версия, потому что были групповые соревнования. Все три игры выиграли с счетом 2-0. Упорная встреча получилась только первая с командой Зотти. В принципе, всех остальных оказались посильнее. Сегодня, конечно же, гораздо сложнее игры на вылет. Если раз проиграл уже, игры в запасе не остается. Есть, конечно, те команды, такие как «Водоканал», «Адидас», которые показывали хорошие результаты, очень высокие результаты в прошлом году. Да, они продолжают стабильно выступать, но команды-новички, как вы сказали, есть, например, можно выделить «Зотти» команду, да, они на каждом из трех этапов минимум восьмерка, а иногда и тройка, и четверка, они там оказываются. То есть, в принципе, новички не отстают. Битва корпораций, всех, как бы, все команды сильные, ну, в том числе и наши сильные. Ребята молодцы. Я впервые на этих соревнованиях, куча эмоций. Раньше, да, я играла, перерыв был 2 года, и это первые мои соревнования. Вчера было, ну, не тяжело, легко, в принципе, у нас было 4 игры, мы все игры выиграли, как бы, ну, поначалу боролись, но потом уже сыгрались, как бы, уже более-менее. Но сегодня уже соперники посерьезнее, как бы уже надо поконкретнее бороться уже. Поменялись команды, поэтому в прошлом году были интересные команды, в этом году еще несколько команд, но сейчас будем смотреть. Ну, вроде хорошие, все хорошие команды. Ну, сыграть хотелось бы со всеми. Сыграть хотелось бы со всеми, ну и здесь уже плотные команды, здесь нет такого, что играют все. Играют все, и уровень тут. Счет вот можно видеть, что счет примерно равный, поэтому выиграет только тот, кто сильнее. Очень сильно понравилась последняя игра, которая только что закончилась. Мы играли с J8,
Мы проиграли первую партию, где-то психологически сложно нам уже было отыгрываться, но потом собрались и в итоге выиграли решающую партию, еще там 16-14. Впечатлений очень много положительных, еще не отошел даже от игры. Спорт объединяет людей, спорт здорово. У нас просто в компании наша миссия, да, там, мы все спортивные, мы меняем жизни людей через спорт. У нас все сотрудники занимаются спортом, различными видами спорта. Поэтому однозначно, ну, я считаю, что великолепно, ну, это хороший опыт познакомиться с другими сферами, с ребятами, там, с коммунальной, с банками, с клубы, поэтому это все здорово. Это и рассчитан, да, чтобы все команды еще раз встретились вне рабочего коллектива, да, встретились где-то в другом месте, в спортивной обстановке и поддержали друг друга. В конце ноября, 27 числа, мы проведем настольный теннис и заканчивать будем наш спортивный год боулинга. Немножко изменили регламент, у нас теперь 10 видов спорта, если в прошлом году это было 11, в этом году 10. Мы разделили их на так называемых два кубка. Это осенний кубок, который играется до Нового года, это 5 видов спорта, которые мы проводим до зимнего перерыва, так сказать. И вторые 5 видов спорта мы играем в весенний кубок, начиная его с февраля. Февраль, март, апрель, май, июнь, заканчиваем весенний кубок.